Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня, прежде всего, я хочу поздравить вас с праздником Победы, с днем 9 мая. Хочу пожелать вам мирного неба над головой, а самое главное – стабильной политической ситуации. В предыдущем ролике я показывала вам свой поход в большой гипермаркет Аби и показывала вам садовую мебель, но не удержалась и решила также зайти еще в садовый мир, в мир садовых растений. Поскольку растений в ближайшее время мне предстоит покупать очень много. И в этом ролике я покажу вам этот замечательный отдел. А вот это небольшая наша прогулочка. И смотрите, что происходит. Некоторые участки затопило, и там поселились утки. Уткам комфортно на затопленных участках. А вот и та самая дикая собака, которая приходила к нам зимой. Мы выяснили, что ее зовут Мымра, и благодаря мужчине, который живет неподалеку, он ее подкармливал всю зиму, и мы тоже приезжали и каждый раз привозили ей покушать. Посмотрите, какое милое создание. Собака абсолютно дикая, она очень напряжена. Мой сын размышляет над тем, чтобы взять ее себе. Я не возражаю. Посмотрите, какая милашка. И очень, очень ее жалко. Вероятно, ее очень сильно обидели, что она боится подходить к людям. Ну, а мы направляемся в садовый мир, в отдел растений для сада. Я не планировала сюда заходить, но не удержалась. Я не могу пройти мимо таких отделов. Термометры. Нам, кстати, нужен термометр. Некоторые писали в предыдущих роликах, что я рекламирую магазин Аби. Друзья, магазин Аби активно раскупается. Здесь очень много посетителей, и он совершенно не нуждается в рекламе блогера, у которого 5000 подписчиков. Посмотрите, какая потрясающая петуния. Бархатцы, огромный выбор. Целые стеллажи с рассадой цветов однолетников. Я под большим впечатлением именно от этих цветов в горшках. Не знаю, как они называются. Обязательно их куплю. Раньше вот такие горшочки висели у меня только с петунией. Нужно будет обязательно купить эти цветы. Повешу на террасе. Мелкие бархатцы. Огромный, огромный, очень большой выбор. Но, друзья, между делом я знаю один тайный питомник, где растений может быть еще больше, а цены еще ниже. А когда дойдет до дела, когда нужно будет уже покупать растения, я обязательно съезжу туда и сниму вам, потому что о нем мало кто знает. А вот отдел хвойных. Обожаю хвойные. Очень хочу, чтобы вместе для отдыха у меня находились хвойные растения. Хвойников у меня будет много. Можжевельник казацкий, различные туи, посмотрите, какие они дорогие. Это сколько надо денег, чтобы обустроить весь сад, насадить растений. Но ничего, потихоньку все засадим. На своей предыдущей даче я уже этим всем занималась, имею опыт, мне все это знакомо, и я уже примерно представляю, как будет все выглядеть. Тем более мне помогает ландшафтный дизайнер. Кое-какие идеи я беру у нее и кое-что исправляю и добавляю своего. Можжевельник китайский стрикта. Очень приятное растение, тоже просто необходимо, чтобы оно у меня было. Тис ягодный. Я выращивала его на предыдущем участке. Мне тоже очень нравятся его яркие зеленые отростки. И, конечно, горная сосна, куда без нее. Наверное, первое время мой садик будет маленький и низкий. Но ничего, главное, что он уже будет.
А вот и пихта Блю Император. Дорогое растение, 10 тысяч. Огромный выбор гортензии. Я очень люблю гортензию, она мне очень нравится. И, конечно, я посажу гортензии много в разных частях сада. А вот сирень. Посмотрите, уже даже цветущая. Но я не очень люблю вот такую простую сирень. Я люблю сортовую, темно-фиолетовую, белую. По-моему, сорт Франк Питерштейн назывался. А вот и рододендроны. Вот рододендронов у меня никогда еще не было. Надо будет купить несколько кустиков, посмотреть, как будет себя вести это растение и насколько оно будет радовать. Но вот здесь оно продается уже полностью цветущее и выглядит невероятно декоративно. Очень красивые. А вот это растение я вижу впервые. Вот эти вот белые такие интересные шарики, что ли, длинненькие. Друзья, кто знает, что это такое, как называется? 13 990. Ага. Растет у кого-нибудь в саду такое растение? Фоторгилла. Название мы выяснили. Ну, тут большой выбор роз. Кстати, у меня всегда хорошо росли плетистые розы и барбарисы различных сортов. Они хорошо растут на нашей кислой почве. Они есть разных высот, разной высоты и разных цветов. Желтые, красные. Вот, ну, тут еще много-много растений. Конца и края нет. Посмотрите, розы уже цветущие. Саженцы роз, большой-большой ассортимент. Клематисы. Хочу посмотреть декоративные бордюры для сада, разделяющие клумбы и газоны. Вот такие не подойдут. Я помню, когда стригла газон газонокосилкой, вечно я резала эти ограждения. Они мнутся, ложатся. Я хочу другие специальные, я видела их в интернете. Разделители между газоном и клумбой. Но здесь я таких не вижу. Здесь вот обычные, как раньше были. Бордюрная лента. Нет, здесь таких нет. А вот посмотрите, какие симпатичные пугало для птиц. Помню, как-то... Такую я подарила своей сестре, у которой дача в Синявино. Она поставила ее в огород и назвала Рита. И эта бедная Рита стояла и под дождем, и под ветрами, и зачем-то потом еще сказала об этом мне. Ну, странно люди себя ведут, очень странно. Относишься с чистым сердцем, хочешь сделать приятное, а в ответ вот такие нехорошие моменты. О, какая замечательная обувь, да по какой цене. Это то, что нужно для нашего пока еще не обработанного участка. Пожалуй, куплю себе Соне, Анжелике и Сереже. И вот, наконец-то, друзья, я нашла роскошные грабли. Дело в том, что предыдущие, которые я купила буквально 5 дней назад, сломались моментально. Металл оказался очень-очень жидким. А эти грабли то, что надо. Ну что, друзья, после моей прогулки обязательно нужно испытать тренажеры Ямагучи. Попробую тренажеры и для спины, и для ног. Провела минут 20, хорошо восстановилась. Тренажеры, друзья, довольно дорогие. Примерно 50-60 тысяч стоит каждый. Но хорошие, кто может себе позволить, то вот, пожалуйста. Познакомилась с молодым человеком, который продавал эти тренажеры, поболтали про разные темы. И особенно интересно было поговорить про ТикТок, который я потихонечку, плавно начинаю
осваивать. Дал мне много полезных советов и даже сказал, что они занимаются продвижением. Ну, посмотрим, посмотрим. На TikTok, конечно, времени практически не остается. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До скорых встреч!